Смотрите, парник у нас растет. Его решили сделать аналог легенда, то есть как стиль такой корпоративный. Обратите внимание, поликарбонат. Любая прямая стена наша, павильон, легенда, там дачник. Поликарбонат крепится клопами, времянками, видите, вот. Ну, а сверху прикручивается вот такой вот уголок. Видите, здесь будет стена без дверей. И здесь сделаю такую приспособу, еще сделаем, в котором будет ездить труба. Все то же самое, как легенда. Конек двойной, как каплик. В общем, как все наши теплицы. Обрамление стен, крыши. Будет поликарбонат. Стена вот пустая. Вот такая будет красивый парник у нас. Видите, на ширину грядки. Как вам наша идея? Все экспериментируем. Если кому интересно, пишите. Готовим. Домик преобразуется. Даже уголочки беленькие. С торцов. Хай-тек. Да, Виталик? Да. Аккуратненький. Смотрите, какой красавец. Пройдемся. Как я парник пробил. Все. Такой парничок. Классный. С этой стороны будет длинная труба. Здесь будет пленка висеть. И так накручивается. Все. Будет супер. Вот так мне сказали над каждой грядкой сделать, да, Виталик? И над картошкой такой же дом для картошки сделать. Смотрите, какой аккуратненький парничок. Метр шириной, 6 длиной. Такая красота получилась. Какой такой парник. Стена будет пленочная с пленки. Уже придумал как, потом сделаю, покажу. Вот наш парник. Космос номер 2 называется. Вот это космос номер 1 с открывающейся крышей. Это космос 2 домиком. Видите, как пленка поднимается. Прикрутили специальные вот такие вот палочки. И сейчас вам покажу, как она в закрытом положении будет. Здесь у нас баклажанчики должны быть. Где-то проклевываются. И теперь вот пленочка, стена закрыта. Все, супер. Потом чупчик скрутили, на крючочке он тебе подвесили. И все, отлично. Закрытый парничок. Вот такой вот замечательный. Везде поликарбонат. И получается одна стена с пленки, открывающаяся. Вот такая вот получилась у нас. Космос получился у нас. Замечания, комментарии, пишите, лайкайте.